Экстремальный речной сплав – новая страница забайкальского туристического бизнеса. Писать ее начал читинец Алексей Пешков летом 2020-го. Результат – 27 сплавов, более 400 участников и выход в финал всероссийской туристической премии «Маршрут года». С героем моего спортивной бизнес-идеи познакомилась Ирина Блажевская. Они дрифтануть решили. Подобное видео поселилось в памяти телефонов как коренных забайкальцев, так и гостей региона. Летние сплавы по Ингаде на рафтах – новое увлечение любителей отдыха на природе. Растущей популярности экстремальных речных прогулок поспособствовал не только тренд на активные выходные, но и грянувшая весной 2020-го пандемия. Люди из-за того, что были закрыты границы, они активно пользовались внутренними ресурсами регионов, был хорошо развит внутренний туризм. Алексей – разработчик водного туристического маршрута, уже опытный спортсмен-рафтер. Покорять быстрые реки страны начал с 2013-го. За плечами участие и победы в региональных и всероссийских чемпионатах. Сейчас молодой человек уже в должности тренера сборной команды Забайкальского края, готовит будущих мастеров спорта. 2020-й помог Алексею попробовать себя в новой роли – предпринимателя, а любимое дело помог переквалифицировать в бизнес-проект. Идея проекта родилась весной прошлого года. Тогда я со своей командой отправился подбирать маршрут. В качестве вариантов рассматривались такие реки, как Ингада и Читинка. На любой оптимальный маршрут появился от села Арта до села Улеты. Именно этот участок реки имеет живописные места, красивые. Еще один бонус 16-километрового маршрута, но уже экстремальный – речной порог Шумы. И вот место определено, проект готов. Оставалось представить его на суд экспертов. Что и было сделано. С программой «Сплавы Чита» начинающий предприниматель Алексей Пешков забрал золото регионального конкурса проектов «Центра мой бизнес». 30 июня состоялся первый заплыв. А к концу туристического сезона, 20 сентября, количество любителей водных прогулок насчитывало уже больше 400. Были разные люди, то есть были и люди из других городов, были люди местные, в основном это местные. Были люди, которые сплавлялись на Алтае, либо в Турции, либо в Таиланде. И вот сейчас им там понравилось, и они у нас попробовали. Отзывы участников только восторженные и положительные, а также поддержка семьи вдохновили Алексея покорить всероссийский конкурс туристических проектов в городе Саранске, что проходил в феврале нынешнего года. Победы это участие не принесло, зато дало выход в финал и новые творческие идеи. В планах Алексея усовершенствовать туристический путь, добавить к водным прогулкам еще и конные. Еще есть определенные идеи, которые вы увидите этим летом. Чтобы наверняка узнать, чем же привлекает и покоряет водный вид читинцев, вместе с нашим героем погружаемся в тренировочный процесс начинающих. Рафтинг – идеальная находка для тех, кто хочет научиться действовать в любых экстремальных ситуациях, а также получать незабываемые впечатления. Обычно тренировки проходят на реках, а в зимнее время – в бассейне. Экстрима, что дают открытые водоемы, здесь нет, зато можно отработать элементы, восьмерки и развороты, а также научиться варьировать темп гребли. Обычно тренировки проходят так, мы выполняем разминку, 10-15 минут гребем в спокойном темпе, а затем уже в интенсивном темпе работаем. У нас где-то 3-4 подхода выполняем. По словам спортсменов, рафтинг помогает быстро набрать хорошую физическую форму и выработать твердость характера. Постоянно себя держишь в форме, что еще лишний вес не набираешь, и пунктуальность вырабатывается, и командный дух. Самое главное, рафтинг – это как семья. И влиться в нее можно во время летних туров выходного дня. Еще одна мечта спортсмена-предпринимателя Алексея Пешкова – центр водных видов спорта – скоро осуществится. Там каждый читинец найдет увлечение по душе. Ирина Блажевская, Дмитрий Денисов, Вести, Чита.